Сегодняшняя наша тема – как комбинировать вещи. Все видели на мне платье такого летящего силуэта, шифоновое широкое от верха, как оно меня стройнит. Я рассказывала об этом платье, снималась в нем на улице. Но потом я поняла, что как-то платье я вечно не могу одеть, потому что очень открытое и голые плечи, и к нему что-то надо. И задумалась над этим вопросом. У нас здесь есть вот такое кружево, вы по руке видите, насколько оно редкое. Белые цветы такие с черными перепонками, они похожи на лилии. И вот я решила сделать такой маленький жакетик. Как всегда, вы видите, я очень люблю все делать выше, немножко выше талии. Такой не сильно приталенный. Видите, вот он такой не сильно приталенный вот здесь. Проблема подобных вещей в том, что у нас долевая расположена всегда не по долевой, а по форме выреза. То есть наши красивые край ткани, который вот у нас уже есть в ткани красивый край, вот видите красивый край, да? Мы его не можем положить по долевой, мы его выкладываем по форме выреза. А остальное все уже нужно тут комбинировать. Когда у нас есть хорошая основа базовая, у нас система 10 мерок, у кого-то другая, как бы легче строить все, потому что заранее известно нам, что у нас грудь правильно построена, выточка. Это дает нам вот этот момент, что у нас тут нет никаких мешков. Все равно, как бы ни выкладывалась ткань, все равно мы имеем возможность за счет правильной формы выточек тут вырезать выточку, соединить цветы и как бы вот добиться такой достаточно хорошей посадки, невзирая на то, что она у нас даже вот такая малоприталенная. Вот здесь вот целые цветы, только вот здесь под мышкой, под выточку забрано, цветы к цветам снова сложены. Пройма, конечно, линия проймы, окантована сеточкой с той стороны. И плечевой шов. Больше нет. Остальное все вот так наложением, цветы на цветы. Мы как бы старались выложить, чтобы вот такой жакетик у нас получился. Еще раз смотрим, как все получилось. Но имея такой жакетик, конечно, его можно одевать не только на черное платье. Такое длинное на другие платья, на футляр. Или просто так накидывать, потому что у нас вот тут есть пуговичка. Вот так вот можно его просто вот так вот набросить и гулять. Показываем вам близко. Плечевой шов, смотрите. Вот здесь вот сделана выточка. Вот видите, немножко наложены цветы один на один. Чуть-чуть тут видно. Но так сделано, что никакой выточки как бы нету. На самом деле моя правильная выточка вот здесь заложена. И это дает нам вот такое вот хорошее облегание в этом месте. Низы рукавов, ничего мы над этим не работали. Это готовая ткань. Низ изделия, тоже цветы обрезаны и все. То есть я хочу сказать, имея хорошее кружево, можно добиться хорошего результата. Как бы здесь даже не так вложены такие знания по технологии портного, как бы портновской профессии, но немножечко такое вот, ну как, сообразительность нужна. Сообразительность здесь нужна даже больше, чем знание технологии. Потому что при создании таких вещей, из таких редких абсолютно тканей, редко встречающихся, конечно, ну, нужна некоторая сообразительность. Как бы нужно как-то понять в каждом случае, как здесь делать, как там делать. Сколько ни учи технологию, как бы все равно нужно как-то вот самим уметь сообразить, как это сделать. Очень люблю вот такие очень маленькие вещи. И вам рекомендую, помните, я вам показывала маленькую вельветовую курточку, маленький пиджачок. Сейчас показываю вам очень маленькую вещь. То есть я из-за того, что у нас талия больше 100, я не сторонница таких ровных и длинных вещей. Как бы не сторонница и вам не рекомендую. Поэтому как бы, ну, ищем то, что подходит нам. Вот такая маленькая вещь из такого редкого кружева, конечно, может нас разнообразить не в одном случае. Ее можно одеть и на белую рубашку накинуть, и в очень многих случаях, на очень многие платья, можно одеть вот такой кружевной пиджачок. Очень маленький. Видите, он меня уменьшает за счет того, что он очень маленький.
Если бы я одела из подобного кружева пиджачок, такой жакетик, до бедер и такой ровненький, у меня бы конец с длинным рукавом, конечно, у меня был бы совсем другой образ. Я была бы такая большая, меня было бы много. Но за счет того, что вот он такой маленький, я пытаюсь до вас всегда это довести, как бы он меня уменьшает и очень сильно. О плечевом шве. Смотрите, вот мой плечевой шов. Вот он. Вот он, плечевой шов. Окантован сеточкой край цветка. Но вот с этой стороны цветок не отрезан по плечевому шву, а вырезан целый цветок и наложен вот сюда, вот пришит вручную. Посмотрите. И создается впечатление, что у нас нет такого вот отрезанного цветка по плечевому шву. Вот что касательно проймы, конечно, все цветы отрезаны. Вот они. Из рукава со стороны все отрезаны. Все окантовано вот так вот. Здесь на груди тоже методом наложения. Вы даже не найдете здесь, где у нас тут выточка, хотя здесь заложена хорошая выточка. Остальное все просто края. Росток вырезаны, наши цветы просто вырезаны. Край. Вот тут видите, что наложением все сделано. Низ изделия, вот он. Я искренне верю, что те из вас, кто присоединится к моему девизу «Быть разнообразными и похожими сами на себя изо дня в день», я искренне верю, что у многих стало все вокруг нас немножко так поприятнее, получше. А кто же задает, кто же нам создает это настроение, только мы сами. Мы сами можем создать настроение нам, нашим мужчинам, нашим детям, нашим окружающим, нашим коллегам. Только тем, что мы становимся как-то сами поинтереснее. Вот я за то, чтобы мы были поинтереснее и поразнообразнее. И я искренне верю, еще раз повторяю, кто присоединился к моему девизу, у нас стало все лучше. Хочу сказать два слова тем, кто давно не носил кружево и думает, ну это не про меня. Кружева, конечно, это красиво, но не мне же одевать кружева. Очень многие к нам приходят и говорят, нет, я не могу, это не для меня. Нет, давайте, пусть будет все для нас. Недавно не носили кружева, а давайте вот так себя переступим, оденем, и чтобы мы были поинтереснее. Всего хорошего, с вами были мы, Паукштерина Михайловна и Ястребов Алексей.